Деньги навлекли проклятие. Мошенница похитила у пенсионерки все сбережения. Под видом гадалки эта женщина подошла к старушке на улице. Дама сообщила пожилой женщине, на ней лежит порча, и предложила свои услуги в исцелении. Доверчивая жительница Копейска согласилась. На одном из сеансов ведьма сказала, порча на пенсионерке лежит из-за денег, и чтобы исцелиться, ей нужно отдать ей всю наличность. 63-летняя дама, не задумываясь, передала аферистке все свои средства. После этого экстрасенс приходить не стала. Тогда женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. В полицию завели дело по статье мошенничества. Сейчас ясновидящую ищут. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.